зарегистрировал. Сами мы еще сомневаемся, стоит ли нам регистрироваться, потому что в городе Хамлина немножко история такая, скажем, которая не позитивно сказывается на нашей деятельности. Вот, это наша вторая встреча. Это наша вторая встреча. И наша встреча состоялась в библиотеке. На ней присутствовали русскоязычные, те, кто давно уже живет в Хамлина, и как раз гости из Украины. Это беженцы из города Киева, Харькова. Как раз эту встречу мы провели в апреле и провели ее не потому, что нам помогли, а потому, что нам препятствовали в сотрудничестве с, именно как волонтеры в Украинском центре. Это наша вторая встреча. Она была встреча посвящена, это был психологический семинар, и Лариса Макеева представила там свой проект, как преодолевать языковой барьер. Потому что первое, что мы всегда говорили, говоря в Украине, как сложно, как сложно, как нам сложно будет.